к юбилейным датам в Чувашии должны появиться новые объекты, как в самой столице, так и за ее пределами. Напомним, что президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства РФ о праздновании в 2019 году 550-летия основания Чебоксар и в 2020 году столетия со дня образования Чувашской автономии. Согласно указу, на празднование юбилейных дат планируется направить 25 миллиардов рублей. Первый транш должен прийти уже в следующем году. Правда, некоторые источники сообщают, что финансирование сильно урезано и Чувашия никаких денег не получит. Председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин в интервью нашему каналу опроверг все слухи. Федеральный бюджет уже рассмотрен правительством Российской Федерации, внесен на рассмотрение Госдумы. Чаще всего последние годы показывают, что в ходе рассмотрения в Госдуме, наоборот, в виде каких-то поправок добавляются определенные мероприятия. Так что я думаю, что бюджет в том виде, в котором внесен сегодня в Государственную Думу Российской Федерации, он сокращен. Что касается 2014 года, то сумма, которая должна быть выделена из федерального бюджета, это 7,5 миллионов рублей. То есть для, я думаю, любого бюджета, хоть Российской Федерации, хоть муниципального образования, хоть регионального бюджета, это не та сумма, из-за которой стоит сегодня вести какие-то широкие дебаты. Была встреча главы республики с Дмитрием Николаевичем Казаком, который заверил, что все принятые решения правительством, соответственно, и в рамках указов президента России будут выполнены.